друзья, продолжаем программу «Коррупция». Я Виктор Мбоза. Сегодня у нас в гостях замечательнейший человек, второй драммер группы «Залп» Саша Галкин. Хай! Раньше мы, в начале 90-х годов, ебашили там с Галкиным их райондкор, блядь, без всяких, блядь, этих прибамбасов, блядь, без барабанов. Александр, почему вы решили стать драмером? Ну, драмером я... Вообще-то я играл на гитаре. Но я порезал пальцы стеклом, сухожилием. Они у меня перестали выгибаться. Поэтому я решил переквалифицироваться в барабанщик. И все. И с тех пор я стал постукивать дома. У меня была установка. Друзья, это был Саша Ключ. Специально для программы «Коррупция». Это старый мой кореш, Рэмбоза, адовый мужик. Саша, нахуя ты ходил на ТЭЦ дрочить? На ТЭЦ дрочить? Ну, дрочить, ну, надо что-то как-то удовлетворить себе. Пацаны, подписывайтесь на наш канал. Друзья! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки!